Йоу, Нига, с вами Тупак Шампур, и это хата на прокачку. Мы прокачаем любую хату. Кто подойдет первый, тому и прокачаем. Давайте, кто? Давайте. Йоу, Нига, прокачай мне хату! В моем покеболе слишком тесно стало! Отлично, у меня как раз таки есть подходящая команда. Михакер, специалист по выносу мебели. Леди Равчик, специалист по выносу мебели. И я, Тупак Шампур, специалист по выносу мебели. Погодите, вы только мебель будете выносить? Конечно же нет! Давай чё, выдвигаемся на твою хату? Блин, а у тебя здоровый покебол изнутри. Ну давай заценим твою хату. Пойдём, открывай дверь. Хозяин, блин. Здесь вы видите, не обращая внимания на огромные пятна крови, мою плазму. Да, огромная плазма на самом деле. Она самое дорогое, что есть у меня, кроме этого телефона. Я, правда, не дотягиваюсь до этого телефона, и мне приходится вызывать с помощью моего револьвера полицию. Так, ну телек надо тебе поменять в первую очередь. Эта плазма уже устарела, давайте. Как ее вытащить? Она не пролазит в дверь. Офигенный плоский телевизор. Мы найдем способ, как... Стой. Эта плазма слишком убийственная. Так умер за историю. Нигером меньше, нигером больше. Она вам не по зубам. Ладно, у меня есть телепортатор специальный. Вот он. Все, мы телепортировали. Кажется, радио тоже можно вытащить. Пока что все сложно. А что вы собираетесь этим делать? Куда вы это увозите? Мы привезем тебе лучшие штуки. Телефон на потолке — это креативно. Можно оставить. Кто это придумал? Да, пойдет свой холодильник. Так, телефон тоже. Уже давно мобильниками пользуется, чувак. Все, телефон. Блин, у меня нет мобильника. Вот, смотри, вот мобильник тебе. Крутой. Это пульт. Это Nokia 3310. Ладно, ладно, вот, на самом деле, вот он. Вот он. А ты кого будешь наебать? Вот, все, плазму мы тебе принесли. Настоящий. Я буду смотреть. Поставим мы ее потом поставим. Да. А потом поставим новую. Что вы здесь сделали? Нужно больше экранов. Нормально. Я считаю, что нужно больше экранов. Кстати, ребята, почему у него работает монитор без системника? У меня вообще-то моноблок. Но системник тоже есть, на всякий случай. У меня есть системник для дополнительной энергии. Вы что делаете? Холодильник тоже новый. Да не надо, нормальный же холодильник. Настя, принимайте товар. Так, это за 200. Какой товар за 200? Петровна, подгоняй КамАЗ. Этот стул вообще безвкусица какая-то. Давай, что-нибудь другое. Мне его моя тетя сшила. Вот, вот, смотри, новое компьютерное кресло тебе, пацан. Ну оно же выглядит... Это новейшее, хай-тек. Минимализм? Да. А полочку-то за что? Это от дяди осталось, он 42-й. Она железная, это опасно. Мы будем безопасные вещи делать. А! Он же мягкий! Но он тяжелый, мы будем безопасные вещи делать. Может, вы его телепортируете по стариночке? Не-не, пролез. Все, пролез, да. Вы его маслицем смазали, наверное. Давай ботинки вообще будем... Вытянул. Окна крепкие, мы проверили, да. Хорошие окна. Окна оставим. Вы что делаете? Стой, там еще вроде ботинки были. Какие ботинки? Да мне в чем-то ходить надо! Ты же животное, тебе не надо. Что ты сказал? Забирайте кровать. В хорошем смысле животное. Я вообще-то копил на них год. Ну дайте, там алмазы. А пиво можно забрать. Мои алмазы. Сейф в доме тоже небезопасно держать. Нападут же грабители. А пиво, ты алкоголиком хочешь? Ты, походу, уже алкоголик. А почему здесь снеговик? А какого хуя ты на него смотришь? Рыба уже протухла. У вас работник умер. Это вот вообще что такое? Это плита? Стиральная машина? Или, не знаю. Ты даже сам не знаешь, что это такое. Мы тебе... Что вы делаете? Что? Мы поменяем это тебе на что-нибудь крутое, например, на газовый баллон, вот смотри. Вы мне хоть что-нибудь оставите в доме? Дверь, кстати, тебе тоже не очень нужна. Подожди, смотри, сколько книг у него. Люблю читать.
Нет, смотри. Чувак, читать сейчас надо в интернете. А какой интернет? Я не люблю мемы. О, так, это... ну вот эта штука точно устарела, это тебе уже не нужно. Это деньги вообще-то. Ну, это старые деньги. Видишь, дата выпуска 97-й год. Это уже старые деньги. Давай, телепортатором их. 97-й год. Туалет мы тебе тоже поставим новый, пока на улице, на улице. 97-й год. Старые деньги, говори. Старые деньги. Ой, блядь. Вот кровать мне твоя нравится, я ее оставлю. Это вообще-то... Что за хуйня? Вот это твоя новая кровать, смотри, для себя. А вы меня не обманываете случаем? Вот она. Вообще-то это, блядь, коробка какого-то бомжа с улицы. Нет, это удобный дизайн, видишь, это кровать-трансформер. Что, блин, по-моему, это вонючая обоссанная коробка. Кровать-трансформер... Ты можешь любую из нее сделать. Она обоссанная! Она обоссанная! Как тебе удобно? Она обоссанная! Это ароматизаторы специально. Роланда. Ванта душистая, блядь. Вот еще одна кровать тебе, бонус. Документы, кстати, удостоверяющие, что вы это, ну, профессионалы. Позвоните на наш канал MTV, там вам все скажут. Можно, пожалуйста, номер? 8-923. Вот мои документы, иди, смотри. Вот они. Вот экзибит написано, видишь? А я вот экзибит, смотри. Экзибит. Вообще-то выход написан. Экзибит. Это наша работа. Картина, кстати, 3 миллиарда долларов. Стойте, куда? Она старая, не прикольно. В смысле старая? Мы тебе новую принесем. Ну это аж 1737 год Леонардо да Винчи. Вообще старая картина. Я ее в Третьяковке видел. Ну ладно, что, Пикачу. Давай. Мы тебе сейчас все вынесли, скоро подвезем новые вещи. А вы меня не обманете? Нет. Хорошо, удачи. Это туалет. Нихера себе, меня в бассейн нанесло. На нахуй. А-а-а, придавит! Ворончу улетает. Ворончу. Лови, лови! Нихуя, Гоуэн Бастерс, не скрещивайте лучи! Это мой, мой, не трогай! Не скрещивайте струи. Пусти ты его! Ой, а тут еще какой-то Сойкачу, Сойкачу появился. Где Сойкачу? О, Сойкачу! And Spring Guy! Ебать, Миша, сила. Смотаю говно, блядь. Смотрите, 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 эпичный выход. Куда, 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 куда? Еее, бич! Сережа, свари. Сварить нахуй. Сваривай нахуй, Сережа. Ну свари, Сереж. Я застряла, алё. Так кнопку В нажми, блядь. Блядь. Всё, садись, седан, плиз. Где, блядь? Охот поставь. Что? Текстури. Вода, вода, крыша. Вот дом. Вода. О, сука. Кулаками, сука, забил. Да меня ты не трогай. Но ты не сможешь поставить моему кунг-фу. Я тоже не могу противостоять моему кунг-фу. Кунг-фу! Блять, нихуя не кунг-фу, кидай. Пошла на. Дай, стой, 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 дай это. Стой, да. Стой. Не-не-не, давай, садись и будешь смотреть. Все. Ну, нига, и сегодня с вами еще я и забыл. Я не могу нормально сказать. Йоу, нига, с вами... Чё-то ты быстро как-то вытянул. Медленно так. Йоу, нига! Прикольно так лицом вверх, блядь. Йоу, нига! С вами Шакур Тупак Шакирлала. Я запомнил. Не, нига, нига! Нахуй полицию, нахуй полицию!
Понял? Понял, Сереж. Йоу, нига, с вами Тупак Шампур, и сегодня мы будем... Шампур? Говорите, что вам не понравилось, мразь. Ты чё, Белла? О, боже, блядь. Всё, пошёл шампур, блядь. Я так и скажу, шампур, не пофиг на вас. Да пофиг, давай. Йоу, нига, с вами Тупак Шампур, и это хата на прокачку. И сегодня мы прокачаем любую квартиру, кто подойдёт к нам быстро. Давайте быстрее, кто подойдёт? Секунду, он же пролагал, нет? Да. Ты пролагал, Серёга. Йоу, нига, с вами Тупак Шампур, и сегодня мы с вами прокачаем... Ой, твою мать, блядь, сука! Что-то тут уже многовато. Чёрной крови, я бы сказал. Грязной крови. Это косой нигер. Понятно, почему он умер. Оу! Ой, нига! Нигер, пидорас! Эй, Ниля, прокачай мне тачку! Мать твою! Я хату прокачиваю, не тачку. Как я понимаю, Михалкова, давай. Отлично, у меня как раз таки есть подходящая команда. И где же она? У тебя в жопе, блин. Пошутил. Фонтан, ой. Да кто хуячит это все подряд? Нет. А, это когда по лестнице ходишь, такая хуйня. Охуенно. Безопасная лестница. А подождите, мы что, шесть? Ним немного скрипит. Пикачу, у тебя немножко лестница скрипит. Замените мне лестницу, пожалуйста. А, ты что сделал? Лестницу сломали!